Привет всем, кто снова на футболе. Мы рады вам. Сегодня футбол вместе с вами смотреть будут Георгий Черданцев и Константин Генич. И не только смотреть, но и комментировать. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер. Захватывающий матч нам предстоит увидеть. На стадионе сегодня замечательная атмосфера, болельщики здорово подготовились. И я надеюсь, что игра их не разочарует. Что-то конкретно. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Очень важный момент сейчас. Это реальная возможность выйти вперед. В игрока мяч попадает. Альваро Негредо. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Привет всем, кто снова на футболе. Мы рады вам. Сегодня футбол вместе с вами смотреть будут Георгий Черданцев и Константин Генич. И не только смотреть, но и комментировать. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер. Захватывающий матч нам предстоит увидеть. На стадионе сегодня замечательная атмосфера, болельщики здорово подготовились. И я надеюсь, что игра их не разочарует. Что-то конкретно. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Очень важный момент сейчас. Это реальная возможность выйти вперед. В игрока мяч попадает. Альваро Негредо. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Привет всем, кто снова на футболе. Мы рады вам. Сегодня футбол вместе с вами смотреть будут Георгий Черданцев и Константин Генич. И не только смотреть, но и комментировать. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер. Захватывающий матч нам предстоит увидеть. На стадионе сегодня замечательная атмосфера, болельщики здорово подготовились. И я надеюсь, что игра их не разочарует. Что-то конкретно. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Очень важный момент сейчас. Это реальная возможность выйти вперед. В игрока мяч попадает. Альваро Негредо. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Привет всем, кто снова на футболе. Мы рады вам. Сегодня футбол вместе с вами смотреть будут Георгий Черданцев и Константин Генич. И не только смотреть, но и комментировать. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер.